11 апреля в стенах Казанского федерального университета состоялся мастер-класс от основателей канала «Громкие рыбы» в рамках проекта компании «Билайн. Можно все». Мы расскажем про то, как мы когда-то поступили вот сюда, в этот университет, учились в этом здании на программистов. И как-то так случилось, что после пятого курса мы неожиданно оказались видеографами, клипмейкерами и работаем в Универ ТВ. «Громкие рыбы» — это, пожалуй, самый известный юмористический дуэт из Казани, в чьих видеороликах каждый, кто был студентом, узнает себя. В этот день ребята рассказали студентам Казанского федерального не только то, как они пришли к созданию своего канала и как же протекала их жизнь в университете, но и поделились главным секретом, как создать поистине качественный контент на Ютубе. Надо просто делать то, что тебе реально нравится, не жалеть, не лениться, и тогда все воздастся. Все эти банальные слова, которые мотивируют людей в контактах, в каких-то книгах по тому, как сделать бизнес, они действительно работают. Да, надо просто работать, не лениться. Ну, на самом деле, вот секрет успеха, он реально очень простой. Это просто труд, труд, труд. К сожалению, нет никаких интересных, красивых фраз на эту тему. Только... Да, в нашей стране 90 лет только любили труд, вот, но видите, каких результатов добились. Проект компании «Билайн. Можно все» — это лекции успешных и интересных людей Казани на самые разные интересные темы для молодежи. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.